Современные технологии в действии. В выборах губернатора Московской области многие жители предпочли принять участие в режиме дистанционного электронного голосования. Не заходя на избирательный участок, а с помощью мобильного телефона проголосовал депутат Государственной Думы Александр Толмачев. С внедрением электронного голосования появилась возможность находиться на рабочем месте. Собственно говоря, сегодня был утром в Думе, сейчас здесь на округе, и проголосовать электронно в любой точке, наверное, даже мира, поэтому можно смело это говорить. И я сегодня из кабинета проголосовал электронно со своего смартфона, все получилось. Для меня выбор – это настоящее будущее нашего региона, потому что мы выбираем сегодня губернатора, от этого зависит, как мы будем жить, как будет развиваться наш округ, как будет развиваться наш регион. Выбор свой, своей семьи и для своих детей, внуков и уже на следующее поколение, потому что регион динамично развивается, количество населения растет, у региона новые вызовы, и нам с этим предстоит всем вместе справляться. Выразить гражданскую позицию в режиме электронного голосования или же прийти на избирательный участок решают жители. Важен голос каждого. Голосование проходит в течение 3 дней.